Да он борзый, да. Не пропустил Андрей, сигналит еще. Вот здесь вот. Фиксация есть. Там был. Андрей, вот здесь он был. А вот здесь он стоял. Вот здесь он был. Вот здесь он был. Где тут переход? А зачем он на него ехал? Он на него умышленно ехал. На кого? В его сторону. Да он и сигналил. Может проехать или нет? Нет, он сигналил. Он его не сбивал, стоял, он не на переходе. Он не сбивал. Никто не говорит, что он сбил. Он на переходе стоял. Перед пешеходным переходом. Он стоял на пешеходном переходе. Он вот здесь стоял. Чего вы мне рассказываете? Вот здесь он стоял. Вообще здесь не было, ты вон там стоял. Вот здесь он стоял. Фиксация есть. Вот, покажите фиксацию свою. Вот покажем инспектор. Покажите фиксацию. Если он будет не согласен, вот водитель, здесь, мы покажем. Вот согласен. Здесь он стоял. Это и он сигналил. Ты вон там был, что ты мог видеть? И в его сторону руль повернул, чтобы испугать. В его сторону руль повернул, чтобы специально. Пока тебя не позвали. Подошел сюда. Не я сам подошел. Меня не зовут, сам прихожу. Да, конечно. А руль он не поворачивал в его сторону, да? Слушайте, а руль не поворачивал он в его сторону, да? Нет? А... Что вы так общаетесь? Не... Вот так, значит, было. Вот человек подошел без камеры. С ним приятно было общаться. Да я тоже. Убери, убери камеру. Убери, пообщаемся. А он прямой. Да мне зачем прямой эфир? Его, а на него смотреть. Так, ладно. Что там? Вроде все заработало. Что там? Вот у меня в штанах больше, чем у меня. А что там у того дядьки? Взяли документы, нет? А, все, да? Ну все, отлично. Что там, таксист? Уезжает, да? Высадил вас и уезжает. Ну ладно. Он сигнал и не пропустил пешехода. В его сторону руль повернул. Нет, посмотри, специально. Видео есть. Покажи, видео. Сейчас покажу. Где-то не пропустил я. Сейчас покажу. Покажи сперва. Без... Вы не я сог... беру, я всех. Я прежде чем заехать. Вы не согласны с нарушением, стоял. Да? Да ты кто такой? Я перед тобой отчитываться. Есть инспектор, ты кто инспектор, такой? Ну можешь спросить, не согласен. Ты я покажу кто такой, вам. Я тебе говорю? Ты кто не такой? Учите. Есть инспектор, есть я водитель. Ты кто такой? Я говорю, не... Так я свидетель правонарушения. Ты стоял перед шлагбаумом, не на пешеходе. Я свидетель правонарушения. Я перед тобой отчитываться. Да, вы не меня не пропустили. Вы не пропустили другого человека. Все, пошел вон отсюда. Идем. Да вы сейчас свалите отсюда сами. Я не свалю. А я здесь останусь. А я здесь останусь. Не надо, не надо оскорблять. Седой, а мозгов нет у вас. И оскорбляете. Вот его вы не пропустили, а не меня. Привыкли, наверное, борзеть везде, да, нарушать все, что можно. И думаете, вам все я можно. Я борзел, вы борзеть буду, я так, перед тобой не отчитываюсь. А, борзеть, ну, нет, не будете его, вы борзеть. Что такое? Ну, снимайте. А почему, сюда, почему он должен проблемы? Меня убирать? Он кто такой? Он мне что, жизнь не будет учить? Сопляк вонючий. Буду учить, конечно, вы хам, потому что. Буду я вас учить, хамло вот такого и хама, вот какой вы, таких борзых. Буду учить. Причем сопляк, это вы сопляк. А я не сопляк никаких, это ты пойдешь отсюда, сопляк седовласый. Посмотри на себя там в зеркало сначала. Оскорбляешь всех на свете, борзеешь, ездишь, сигналишь всем. Че ты сигналишь-то всем, а? Привык ездить, наверное, нарушать все, все, что можно. До седых волос дожил, а мозгов нету. Оскорбляет всех на свете тут, видите ли. Не так сделали ему, как нравится, все время. Попросили соблюдать правила дорожного движения. Не ваш автомобиль? Нет? Нет? Он высаживает пассажира. А, высаживает.
Здравствуйте, да. Нельзя тут стоять. Я все, я уезжаю. Уезжайте, да? Ну давайте, поскорее, пожалуйста. Хорошо. Подождите, сейчас. А то с вещами уедет, да? В опухах. Так, ладно. Таксист уезжает. Высадил быстренько, говорит, пассажира. Но действительно, проблема существует. Поставить негде. Высадить людей негде. То, ну, единственная парковка. 15 минут можно бесплатно. Почему они тут не высаживают, непонятно. Когда два друга сидят, общаются. Можно высадить на платной парковке. Так, что там? Там более-менее все, да? А тут автобусная остановка, вам надо отсюда уехать. Не автобус, это такси, вот знак есть. Наверх, смотри. Это что, такси, что ли, знак? Вот, сфотографируйте. А, вот как здесь да. сделано. Да. То есть с этой стороны такси, да. с этой автобус. Да, все на заказном основании. Извините, извините, вопросов нет. Нет, он припарковал, замечание сделал, чтобы уехал таксист. Что-то 15 метров от остановки нет вроде бы. Ладно, пойду я сделаю. А то вы подойдете, значит штраф будет. Сейчас я. Интересно, заработал? Здрасте, нельзя тут ставить автомобиль. По заказу. Ну нельзя. Или да. что же, люди садятся? А? Садятся там люди или ждете? Входит. Вон 15 минут бесплатно на стоянке там можно стоять, а тут нельзя. Или по кругу катайтесь. Потом, когда позвонят, подъедьте. Слушайте, как звать? Алексей Медов. Леша, скажи, вот люди приехали, вышли здесь, как их забирать? Объясни мне. Ну, забрать-то еще можно, остановиться, быстро забрать, и ну, все. Остановиться, забрать и остановиться. Вон остановка для этого есть. Вот остановка. Остановка, там знак стоит, что остановка, стоянка запрещена. Как? Не, остановка, таксистом можно. Такси можно, автобусом можно, без проблем, вот там. Вот. Вот там можно таксистом, видите? Там специально. Но они стоят, они зачем там стоят? Работают. Ну все, значит, надо им двигаться как-то по городу, по кругу. Он на стоянку пусть на 15 минут заедут, там постоят, потом еще отъедут. Ну как-то, видите. Ну понятно, значит, надо знаки снимать. Самый идеальный вариант это знаки снять. Я не знаю, зачем они здесь нужны. Да я знаю, он не работает, да. Опять. Иди, да. О, заработал, видите? Отлично. Все работает. Так, ну что там, где Станислав? А что там? Предводитель, ну как, что дальше делаем? Давайте туда проедем. Вот. Вокруг, да? Да. Станислав, слушай, оказывается, ты предводитель. А я что? Вон. Смотри. Да, вот. Земляк, ну, да, земляк, да, да. Не, ну все правильно, что. Земляку надо. Давай, земляку туда, надо помогать в первую очередь, а, конечно. Ну, давайте, да, 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 давайте. Оформили, да, да, да. Потому что мы сейчас поехали. Да, потому что здесь можно вечно стоять. Это правильно. Предлагает пойти постричься там на парковке для инвалидов. Да, да. Да, и сейчас уже поедем тогда туда. Разъезжать. Правильно? Понимаешь? Ну конечно, потому что здесь можно вечно стоять. Сейчас вот поезд походу, приходит, да? Смотри, сколько людей собирается. Или наоборот, пришел. Или пришел уже. Да, таксисты будут приезжать и развозить их. Ну там можно, там для забора людей можно сделать. А я имею в виду останавливаться таксистом. Да, вон они как раз там и останавливаются. Да, если инвалиды там реальные или там все инвалиды по знанию правил дорожного движения.
Молодец, как сформулировал. Особенно вот этот вот черный автомобиль подозрительный. По-моему, это тот дядя как раз, который сигналил сильно. Сейчас посмотрим. На белом же был. На белом он был? Да. Ну, значит, на черном это другой дядя. Сейчас посмотрим. Может, инвалид. Так, что тут у нас? 22 метра, да? Да, 22 метра. Все, разметка есть, мы посмотрели уже. А водителя нет, наверное. Или есть? Да. А, спит, спит, что ли? А, инвалид. Есть, значок есть. Инвалид. А значок есть? Скорее всего, все у него есть. Да, впереди есть. Покажите удостоверение. А там написано, ну, значки там. Там должны же не по-новому. Старого по-новому они должны... Да, 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 там информация. Вот новая вот на данной машине новые лежит. Эти, пойдите, посмотрите, там... Да, посмотрим. Да, тут есть. А, тут тоже есть, да? Или нет? Все есть, да. Развернутый нового образца. Ну, а там что? А тут знака нет 327? Или есть? А, тут нет знака, да? Как нет? Вот, вот там висит. Расположен до туда. Не, в самом начале есть, да? Вот, конечно, есть. А, вот здесь есть. Значит, вот это нарушает, да, эти нарушают? А там есть на этой стороне знак? Я просто что-то не видел. На этой. Нет, это только для парковки. Нет, там знак есть в начале? Правой, да. Есть. Справа, где я, вот справа от меня. Вот если так, по ходу движения, то слева есть? Вот за вашей машиной слева есть знак, нет? Нет. Нету. А, то есть справа. То есть вот эти правильно стоят, не нарушают ничего, да? Вот этот получается один, да? Или два? Два, вон еще там. Надо его, да, или привлечь, или... А, уезжает. Да, вон один, значит, получается. Это что, на прилегающий въезд, или что это такое? Или туда дальше движение? Я имею в виду, а туда нельзя. Значит, знак куда распространяется, получается? Он туда распространяется, здесь не распространяется знак уже? Получается. Так, а так, наверное, можно ставить за пешеходным переходом. Там, в принципе, проблем нет никаких. Я думаю, здесь не нарушает никто. А вот еще места, кстати, без нарушений есть. Пешеходный, да, инспектор? Да, да, я спрашиваю. Знак пешеходный. Не, я вижу. А те не нарушают, те нормально. Там никто и не ездит, да. Некому мешать. Сколько у нас от трамвайных путей остановка? Нет, а вот пешеходный переход, они надо по-любому знать. Смотрите, пешеходы. Нет, те не нарушают, они за стоят. За, перед. Человек оттуда идет, получается, что? Перед, получается? Нет, за машины-то туда только двигаются. А пешеходный переход? Не, вот это нарушать. Если туда подъезжать-то можно, нет? Вот туда, где машины стоят, там же не запрещена стоянка, я так понимаю. Запрещено, да? А-а. Все понятно. То есть здесь тоже нельзя ставить. Вот знак кругового движения. Непонятно, да. Можно это стоять, не знаю. Неясная схема какая-то, а это что? А, ну тут, наверное, ничего не нарушают они. А вон там какой-то знак, глянь. Только знак вот этот, да? Вот. А, они не видят отсюда, они же оттуда едут. Да, этого знака отсюда не видно. Его надо вот дублировать здесь, когда они движутся. Здесь, наверное, столбиков не было. А здесь как работает эвакуатор, вон там знак установлен. Ну, где? Вот он. А все, значит, все вот эти нарушают, получается. Конечно. Сейчас обратимся к инспектору. Сейчас он здесь примет решение. Там еще. Сейчас отдаст.
Да, там бардак уже начинается. Вон за остановка-то. Ну там за столбом, да? Да. Ну можно посмотреть вон там. А может там не 3.27, надо пройти, посмотреть. Мы оттуда вот и... Сейчас посмотрю, какой там знак установлен. Если 3.27, то вопросов нету, да, никаких. Скорее всего, там, да, так и есть. Да, так и есть. А вот черный тоже взяли, да? Здесь помимо знака 3.27 еще расстояние от трамвайных путей. Так, Василий, давай. А сколько можно ставить? Сколько метров? Я думаю, что тут нет по этому пункту нарушений, только знак. А сколько метров? Там же нет в правилах. 5 метров от трамвайных, да? Конечно, а да. Что за пункт правил такой? А мы сейчас воркруем все увидим. Понял. Сейчас воркруем все. О! Ну там знак 3.27. Есть? Да, 3.27 есть, да, я посмотрел. Все, он уезжает. Движение осуществляется с той стороны, здесь кирпич, да, здесь нельзя. Он по ходу движения стоит, да. И все. Да, понятно. А, то есть затрудняет движение, да, даже? Конечно. Если кто едет, да, все, понятно. Даже уже никто не затрудняет. Парковка, вот она парковка, да. Для них, видите, есть карман. Вот карман, они туда должны заехать и стоять. А, вот здесь, да? Ну, вот карман, да, это парковка. А там же 3.27 тоже распространяется, получается, на это. Здесь же нет знака П, видите как? Странно, да? Да, и здесь, получается, нельзя. Раньше было, а здесь парковка. Ну, П, значит, знак надо поставить. А, подожди, куда он поедет сейчас, интересно? Что это такое сейчас? Давайте посмотрим. До сюда нет. А, все, до сюда. Дальше знак. Да, все, хорошо, да. Вопросов нет. Только останавливаться тут нельзя. Ну ладно, может там знака нет оттуда. Нет, если он за клиентом, он ты сейчас видишь. Да понятно, ладно. Он клиентом близко. Но я думаю, что он нельзя все равно. Даже остановка вообще запрещена. Ну ладно, так, что тут? Там вроде движение пошло, да? Более-менее. Тут больше нету, да, нарушений. Пойду туда, посмотрю еще. Пойдем сходим. Да, пойдем сходим, что там происходит. Да там. Где знаки? А, это парковки знак, платный. Пошли посмотрим. Сейчас я... Ага, во всем городе так. Сейчас пройдем. А дальше еще что сейчас посмотрим, да? Вот такой бордюр нужен. Классный. Ой! Еле-еле поднял. Да, правда, бампера об этот можно покорявать. Да, 8 метров инвалидная. Вот один нарушает. А кирпич там не продублировал? Не знаю. Давай пройдем, вот там. Посмотрим. Давай пойдем, посмотрим. Так что. У него еще машина неправильно. Да, все нарушил, все что можно. А здесь можно, наверное.
Да, и туда пройдем, посмотрим, нар все надо заканчивать. Если 5 метров, то вот эти все машины нарушены. А, нет, тут есть. Нет, по-моему, 3 метра. Вообще надо переставить, мне кажется, трамвайную линию железнодорожные пути. И тогда не будет нарушений никаких. Просто убрать или закрыть вокзал. Ну да. Нет, здесь парковку, знак П, наверное, платная, наверное, да? Или что? Да, платная парковка. Ну все, здесь вопросов нет, да, а то мы так уже уйдем далеко. А, ну тоже, до лишнего прогуляемся. Не, ну на самом деле надо порядок на вокзале основательно наводить. Да, организацию можно правильно только сделать. Тут надо постоянно, да. Во-первых, отпугивать парковку по 100 рублей. Понимаешь? Инспектор, а можно еще пройти, показать вам один интересный вопрос? Да, вот туда, Толь. Нет, там все нормально. Вот так. Парковка, да, там все что? Там все хорошо, да. Вот, где автобус стоит, сейчас я вам покажу интересный моментик. Тут все, нарушений больше нет. Сейчас мы туда дойдем, посмотрим. Еще и, наверное, будем заканчивать здесь. Сейчас просто покажу. Надо тоже. Ну, конечно, только началась смена, да? Сейчас я вам покажу интересный знак. И его тоже, наверное, надо убрать, мне кажется. Или табличку добавить, кроме автобусов. О, какой припаркован на тротуаре. Надо эвакуировать. Прицеп. Так, это что, Красноярская? Интересно, мы припаркуем. Кстати, кстати, на тротуаре стоянка запрещена прицепов. Да, да. Эти как? Ну, вы понимаете, это как-то серьезно. Нельзя. А здесь же знака нет, можно здесь ему. Нет, это с тягачом, да. Но я не про это я только что заметил, да, что прицеп на тротуаре. Это не транспортное, вам кажется? То есть думаете, это уже не транспортное средство, да? Вот это. То есть вот это не транспортное средство, вам кажется, да? Ну, мне кажется, это какой-то этот. Да, мотив. Может, уже ларек, да? Конечно, передел, переоперация. Ну, ладно. Да? Ладно. Вот, блин, мы хотели эвакуировать. Пусть. Просто. Не, пойдемте, покажу другой момент. Ну, ладно. Далеко можно не ходить. Не будем эвакуировать. Да, пусть стоит пока, ладно. Хотя вон есть все это для атрибуты транспортных средств, ну, ладно. Ладно, непонятно, да. Может, разрешение есть. Ладно. Это я просто заметил. Вот, обратите, пожалуйста, внимание на этот знак интересный. И автобус стоят. Да, еще нас интересует гост вот этой таблички 824. Как вам вот этот вот знак и автобус? Нарушает. Надо всех привлекать. Ну, автобусы, видимо, это нарушают, да? А с другой стороны разметка, и здесь должны быть автобусы, да? Это для них все время было парковка. Да. Видите, сделано четко. То есть, мне кажется, здесь не хватает, то надо вместо вот этого, вот этой таблички ввести другую табличку, кроме, ну, поставить, я имею в виду, кроме автобусов. Наверное, да. А вот ГОСТ, вот эта табличка, да, это Дурнадзор, наверное, он. Это все смущает, если честно, когда они стоят, расположенные. Да. То есть надо его поэтому, вот прошу вас, тоже составить вместо этой таблички, чтобы Дурнадзор рассмотрел и внес предложение в управление транспорта заменить табличку на кроме автобуса. А вообще можете вынести определение по всей привокзальной площади, чтобы Дурнадзор все посмотрел, соответственно, надо конкретно, наверное. Составим, почему да. Конкретно? Или все? Театральные площади. Чтобы проверку, да, провели? Да, проверку. Что правильно. Да, чтобы реорганизация, может, какая-то, все, а то, может, знаки лишние, знаки, да. Там будка вот эта вот. Ну, мы вот, я уже посчитал, у нас там идут столбики, раз, знак 3-1. Вся привокзальная площадь. Да. Да. По кругу, получается, вот. Вот это тоже, да, потому вот что непонятно, знак, да. Это третий, этот вот четвертый, да, получается? Что это за атрибут стоит? Вот это, да, непонятно. Если это все-таки транспортное средство, оно не должно здесь стоять.
Да. Память. Нарушает, значит, водитель, который привез его сюда, правила дорожного движения. Или увозить, который будет. 4 акта ОДС составим, и все. Ну да, завтра мы его супротом. Непонятно. Портами, и пусть разбираются здесь, правда, по знакам, эти контрнадзоры, пусть они приезжают и смотрят, правильные знаки повесили, неправильно. Согласен. Здесь под руководством ГИБДД это все делается. Ну, я думаю, здесь могли от себя тяну внести уже специально какую-то вокзал. Чтобы им так, они думают, удобнее, может, так для себя сделали. И конусы ставили тоже. Да, вот конусы мы сегодня решили. Ну, давайте, что ли, вокруг пройдем, посмотрим там и все, наверное, на этом. Давайте, мы вас больше не будем задерживать. В принципе, тут уже вы порядок навели, отлично. Вообще замечательно. Спасибо вам, да, большое за то, что на все отреагировали. Все перед законом показали, что равны. Да, туда, наверное, сходим, посмотрим, что там, ну, где мы были, я думаю. Или так, срезать думать? Да, давайте, давайте срежем, да, то долго, да. Да, действительно, там посмотрим, что там, и все, и все, порядок полный. Да, я поэтому и говорю, что автобус, скорее всего, здесь должны стоять. Ну, значит, надо табличку дополнительную внести. Да, а то есть... Там знак стоит, видите, там тоже стоит, когда мы парковали, еще есть начальный знак? Нет, там перекресток. Обратите внимание на знак следующий за ним. Уступите дорогу, да, и перекресток с кольцевым движением. То есть он отменяет этот знак, вот этот знак. Потому что 327, он действует докуда у нас? До перекрестка. Все. А те водители, которые поворачивают, они даже его не видят. Поэтому он действует только до того знака. Получается, нельзя ставить. Это я уже разобрался с этим моментом. И желтые линии нет, они не видят там. Если бы желтая была, да, вопросов нет, все, тогда действует. Что там, почти ничего не изменилось, да? Больше, более-менее, или вон газель-то? Да, хорошо, хорошо. Ну там, да, вопросов нет, он разгрузится и все. Да, он постоянно приезжает, мы знаем, он туда и туда сейчас поедет. Две точки. Вот, и один, да, он тоже. Сейчас надо. Алексей, стоп. А вот смотрите, видите, кирпичи. Давайте обратим внимание с этой стороны. Смотрите, что происходит, да. Это что такое? Да, получается, все правильно. Здесь стоит тот лишний, значит. Значит, надо убрать. Да? Да. Сюда вообще нельзя заезжать, получается. Мертвая зона. Мертвая зона. Зачем сделали, непонятно. Движение по кругу осуществляется, раз, и оттуда люди заезжают, вот сейчас какие-то такси выезжают. Вот так, да? Ну, правильно, правильно. Правильно. Нет, здесь 327. Кроме автобусов, да. Вот такую табличку, вот такую. Вот такую табличку надо туда, и все. И эвакуация, значок, что всех остальных эвакуируют. Все. И будет все. Не хватает одной таблички. Всего лишь. А здесь знак тот убрать, и все. И все, да, вопросов не будет. Как-то в правильном направлении его должны видеть. А сюда, да? То есть продублировать, как показать, что отсюда тоже, ну, как бы, может, этот не заметит, что там видно, да? Хотя этот вот нормально. Хотя этот нормально видно, да. Непонятно, да. Ну, либо тот развернуть, либо убрать. Я не знаю, как он должен быть. Мы что, заканчиваем? Да, все. Все, инспектор понял. Полный порядок, я думаю, мы навели с помощью инспекторов на сегодня, на вот этот, на этот час. Ну, я думаю, что, может, они сами будут патрулировать как-то теперь изредка, хоть поглядывать, посмотреть, обращать внимание. Мы показали основные проблемы здесь. Ну, постоянно на контроле здесь. Мы, да. А может, конусы, самое важное, что их нет. Инспектор ДПС, старший лейтенант Орел. Спасибо вам большое за службу. Второго, кстати, надо подойти. Не успели, помнишь, попросить представиться. Надо сейчас подойти. Ну, да. Там у него уже водянку на пальце натер уже. Да. А как у него? Сколько примерно Периков, сегодня? Периков. Как его? Периков? Да, Периков. А, нагрудный, не помните его? На чем? У меня 23, 25, 4, у меня 23, 25, 26. Все, спасибо, спасибо большое. Не будем отвлекать. Просто таких инспекторов надо отмечать. Да, обязательно. Особо. Мы отмечаем, да, и плохих, и хороших. Ну, в конце года объективно сделаем стараемся. Ролик. Там будет как раз перед праздниками, да? Да. Там будут. Так что все, спасибо вам, удачной службы, всего хорошего. До свидания. Очень, очень круто, инспектора. Такие нам нужны. Как ответственный тот, помнишь? Да. Все четко, все классно. Надеемся, и без камер также вы работаете, служите.
Все, до свидания. Так, ну вот, порядок полный наведен, да, можно сказать. Ехать, сколько нам потребовалось примерно? Сколько? Ну, часа. Сколько время? Сколько? Два, да? Два. А во сколько мы начали здесь примерно в пол звонить? В час начали работать. А сколько? В час начали. В час начали. 3:20 сейчас. За два часа, в общем-то, навели порядок, можно сказать. И звонили два часа. Заканчиваем. 4 часа в сумме. Ну да. Все хорошо, полный порядок. Да. Как-нибудь еще подъедем. Но очень, очень радует, что за день конусы никто не выставил сюда. Значит, действительно изъяли нормально. Все, вот так. Краснодар один. Сегодня наводили порядок. Но пришлось, правда, звонить долго. Звонили в ГУВД. И Стас зазвонился, и я зазвонился. Ну, жалобы не стали отправлять. И отреагировали нормально. Вот так вот. Вот такой порядок на вокзале. Мне нравится. Все красиво и хорошо. Так. Ну вот, значит, пришли с рейда и вот такое вот увидели картину. Раз колесо. Два колесо. Ну, это вроде бы целое, на первый взгляд. И три колесо. Сейчас будем выяснять, спущены они просто или, значит, прокол. Посвети. Да, вроде бы ничего нет так. Ну, шилом хотя и не заметишь. Но не порезаны, самое главное. Это уже радует. То есть устранить будет легко. Возможно, просто спустили. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас подкачаем, посмотрим. Все будет ясно сразу.